Это лайф, и мы продолжаем. Президент Владимир Путин принял участие в церемонии запуска цеха по производству аммиака в Великом Новгороде. Цех состоит из 5 этажей. Главная его ценность – это новый агрегат аммиака. Аммиак-4 – это первый агрегат такого типа со времен распада СССР, спроектированный и построенный практически полностью российскими специалистами. Строили его с 2014-го. Годовая мощность новинки составляет 700 тысяч тонн или более 2000 тонн аммиака в сутки. Новый агрегат на 11% эффективнее уже действующих, при этом энергетики потребляет гораздо меньше подобных машин.